Сегодня день памяти Куба Колоса. 62 года назад не стало народного поэта. К этой дате литературно-мемориальный музей Куба Колоса представляет выставку под названием «Торопится сердце». Экспозиция уникальна тем, что в ней малоизвестные предметы, принадлежавшие поэту, фотографические портреты классика, его рукописи с правками, книги. Сенсации обещают стать письма Колоса своей последней музе Александре Кетлер, сотруднице редакции газеты «Звезда». На мой погляд, ему и он выкладывал гэтыя свае, свой боль, свои пачуцці, свои разважанні у листах. У листах это были як дзённікі. Он приходил, садился у своим кабинете и писал. И он мог перайти, пройти проспект и ну, говорить там сам насам с той же Кетлер. Вот. Але он садился, гэта писал. Но это было крышечку, мабыць, у характеру Якуба Колоса, потому что Якуб Колос, он любил писать. С Кетлер Колос переписывался в течение 10 лет. Всего фонды музея хранят более 260 писем. На выставке представлены послания последнего года жизни поэта.